Сьогодні ми поговоримо про різні види бойових таких і спортивних єдиноборств. Допоможуть розібратися нам у цій темі наші гості Аза Шульгат та Євгеній Глєбов, які розкажуть про цікаві проекти у нашому місті. Доброго ранку. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про проект, авторська така програма «Секрети успіху». Взагалі, що це за такий проект? Ну, во-первых, этот проект довольно-таки интересный, и он, естественно, посвященный боевым искусствам, мире спорта, талантливых людей, их достижений, вот, а также успешных, да, вот, людей. И мы хотим вот раскрыть вот все вот моменты поэтапно и, конечно же, в чем заключается непосредственно их секрет, почему они начали двигаться в этом направлении, с чего они начинали. Вот, поэтому мы решили создать такой интересный проект, который бы больше, скажем так, раскрыл обширно школы боевых искусств, какая их база, где проводятся тренировки, где можно вот начать, да, свои тренировки, с какого возраста, в общем-то так. И обов'язково торкаючись при цьому методики та філософії саме конкретної школи карате, там, чи то Окінава, чи то Ушу. Для Черкас це досить такий незвичний проект, і відшуковувати, у нас багато, звісно, спортсменів, відшуковувати їх, розповідати їхні історії. Ось кого ви вже, можливо, запросили, хто вже взяв участь у такому проєкті? Ну, перші у нас були приглашені, це традиційна карате федерація, клуб Окінава, которому ми сьогодні будемо розказувати о їхньому проєкті «30 днів карате». Вот, достаточно сейчас очень популярный, активный. И что, знаете, очень приятно, что у них царит такая очень приятная, теплая атмосфера домашняя, вот, приятная. И вот эти вот все свои проекты ребята рассказывают, мы меняемся какими-то идеями, да, воплощаем их. И мы знаем, что у нас федерация разных видов боевых искусств, которая организация не является, да, видом спорта, больше как общественная организация, которая вот вместе собирается, поддерживает друг друга, воплощает какие-то определенные идеи. И, естественно, каждый является сам себе хозяин, сам себе руководителем. И довольно-таки очень интересно у нас получается воплощать все в реальность совместными усилиями, потому что, ну, если заглянуть еще в прошлый год, да, когда мы проводили фест первых боевых искусств, у нас есть уже какой-то общий план, календарь, который у нас, хотя с другой стороны посмотреть, у каждого такая большая занятость, такой план, календарь, обязательные чемпионаты свои, кубки Украины, да, подготовка. Тем не менее, надо отдать должное ребятам, они находят время, чтобы все-таки поддерживать друг друга и принимать активное участие в интересных таких вот проектах наших совместных. И когда мы уже проводили в этом году, мы уже увидели около 14 федераций боевых искусств возле Дома торговли. Это было настолько шикарно, и ребята вот прочувствовали командный дух, да, еще когда мы поехали на Вирафест, мы знаем, что он проводится в Чигирине, и все дружная компания двухъярусным автобусом на 60 человек, тэквондо, ушу, карате, хортинг, ну то есть разные боевые искусства, которые были собраны, капоэра, кендо, в общем, и приехали все вместе, выступили, и деткам экскурсии посмотрели, это было просто фантастика, это необъяснимая энергетика. Естественно, моя задача, как дочери, да, Виктора Синебрюхова, сохранить память своего отца и пронести ту энергетику, которой, ту теплоту, которую он вложил. То есть он многих сдружил, да, боевых искусств, многие сейчас, которые его и не знали, да, и мы сейчас вот как бы знакомимся, и мы понимаем, что у нас царит комфортная атмосфера, что мы готовы поддержать друг друга, где-то подсказать, вот, какие-то вот, бывает то, что ты не знаешь, да, и очень круто, когда человек слушает, я тебе могу там вот в том-то вот подсказать. Вот я можу добавить, что іншим гостем нашей студии, скажем, был Олександр Фірсов, керівник школи традиційного шоу «Саньхе». Вот, також була дуже цікава зустріч. То, що ми відкрили для всіх федерацій, ми дуже раді будемо спілкуватися зі всіма.
А форма подачі у вас – це просто діалог? Авторська програма, діалог, цікаві моменти і те, на що є запит від саме пересічних громадян. Да, открою небольшой секрет. То есть получается, диалог у нас идет в первом выпуске, а во втором выпуске уже идет как практическое. Мы приходим непосредственно на тренировочку, где непосредственно тренер показывает своих учеников, свои успехи, показывает какой-то мастер-класс элементарной техники самообороны, в которых даже вот мы можем, да, принимать активное участие, вот, попробовать интересную практику. Вот. И поэтому, я думаю, должно быть получиться что-то интересное. Конечно, это для нас очень новое, потому что, в принципе, я из спорта, да, и навыки, скажем так, очень интересно осваивать что-то новое, двигаться дальше и будем развиваться. Но наша мета – вирішувати системні проблеми спорту. А взагалі, як черкащани реагують на такий проект? Чи до вподоби їм, які вже відгуки, можливо, чули? Вы знаете, я хочу сказать, у нас настолько Черкасы дружный город, и я не знаю, то ли вот, вот эта вот энергия, да, передается какая-то позитивная. Мы не получили, да, ни одного какого-то отказа или негативных каких-то вот высказываний. Каждый вот готов внести свою лепту, пускай там не какие-то, вот говорится, о финансовых, да, моментах. Он может сказать, вот слушайте, давайте вот, вот так вот будет лучше, или обратитесь сюда, вот по грузоперевозке, там папа, например, водит ученик, говорит, давайте я вам помогу перевести татами, то есть все вот как-то по чуть-чуть подключаются и вот своими силами, кто-то там поддержал ФАС боевых искусств, областная администрация с управлением молодежи и спорту, то есть нам очень приятно, что каждый по чуть-чуть готов поддерживать вот такие вот наши начинания, которые мы планируем. У нас есть и фестиваль боевых искусств, который ежегодно он проводит, проводится в Строителе имени Виктора Синебрюхова. Такой социальный проект, в рамках которого каждая федерация боевых искусств проводит свои соревнования. Ковры боевых искусств, там тхэквондо, карате, хортинг, один чемпионат области, один там кубок города проводит, но каждый тот, что считает нужными. То есть получается, мы не влазим в саму структуру, у нас нету никаких взносов, никаких поборов, то есть полностью как добровольное такое начало. И я вам хочу сказать, мы, украинцы, очень довольно-таки дружны и готовы идти навстречу, и люди очень отзывчивы, да, и те, которые люди, например, возглавляют направление не спортивное, да, вот есть, которые там традиционные школы, которые практикуют на саморазвитие, да, они довольно-таки очень интересные, на самом-то деле существуют очень долго у нас в городе, и мало кто, возможно, о них знает, да, что они есть. Поэтому для этого мы практикуем, когда у нас проходит открытие, показательное выступление, выходит школа, к примеру, капоэра, да, которой нет соревнований, выходит показ. Достаточно красочно, интересно, ведь многие смотрели еще фильм про капоэру, да, и выходит, выступает, класс, есть, вот кенда с мечами. Это вышли. Открытие такое для да, чего, да, 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 то есть, помимо этого фестиваля мы еще хотим в этом году провести новый совершенно проект. В этом году мы планируем его провести на уровне области. Это красная дорожка боевых искусств, на которой планируется вот создать такую атмосферу праздника, да, когда все приходят в красивых вечерних платьях вместе с семьей, фотозона на первом этаже, чтобы для деток было какое-то развлечение, потому что детки на концерте долго, ну, скажем так, не просидят. Где будут там номинации. Каждая федерация выбирает свои номинации. Там лучший тренер, лучший спортсмен, ведь кто как... Кто как не руководитель, сам знает изнутри, как он хочет показать все эти краски. Один хочет показать свою работу на экране, другой захочет показать на сцене, там, показательное выступление. Возможно, даже поддержать того человека, который, например, не спортсмен, а активно поддерживает спорт всегда во всем.
И чтобы, в принципе, люди знали, что этот человек поддержит активно. Мы благодарны. Давайте все вместе двигаться. Давайте что-то, в общем-то, будем менять и делать. И мы вот хотели бы, в принципе, организовать вот такую... Ну, тобто для спортсменів буде така можливість зняти уже спортивну форму чи їхню відповідну спеціальну форму, одягнути сукні для чоловіків, це костюми, вийти і нарешті отримати ці подяки, нагороди за весь рік, що вони провели у змаганнях. Так, да, ну ми ведь прекрасно знаємо, що у кіношників є кінофестивалі, да? А чому б нам не общатися більше и не собираться все вместе, не делиться успехами друг друга и не радоваться, не поддерживать друг друга. Ведь это действительно замечательно, когда одного там призер там, таких соревнований, чемпионата мира, Европы, то есть второй там еще в чем-то, третий провел какой-то интересный проект. Вот, ну, у каждого свои достижения, свой опыт, свое мастерство. И тут как бы очень интересно, я думаю, будет нам провести. Дуже круто зібратися разом с семьями, что зміцнює безпосередньо сімейну цінність. Але нещодавно у вас також був цікавий проєкт, який мав назву «30 днів сім'ї карате». Доволі таки цікавий, був популярний в інтернеті, я знаю, дуже багато запитів було. Щодо нього, що він під собою мав на увазі, як можна було долучитися до цього виду спорту? Цієї неділі був останній захід, присвячений авторській програмі сімейного типу «30 днів сім'ї карате». Проводили безпосередньо Олександр Решетняк, він керівником школи традиційного карате «Окінава». І зараз буде такий змагальний фінальний етап, коли найкращі пари, які протягом місяця займалися, приходили на 9 годин ранку, Толин Троянд, і здобули певні навики, вони покажуть те, що вони спромоглися здобути, і найкраще буде отримати певний приз. Це дуже цікава авторська програма, і я переконаний, що Олександр вирішить і в подальшому проводити подібні потрібні заходи, які дуже потрібні щоказ. Ну, або, можливо, якийсь інший вид спорту, який демонструвати. Так. Отож, підсумовуючи всю нашу розмову, на вашу думку, чи достатньо розвинути таке бойове мистецтво у черкасах? І що, можливо, йому ще не вистачає? Знаете, достаточно очень, я бы сказала, хорошо развит направление как боевые искусства, да, очень много выбора на самом-то деле, очень много секций, там пошел, вот прошел квартальчик, ага, здесь вот кендо, здесь вот там капуэра, там карате, и было бы только желание, мы хотим, чтобы наша задача не объединять, а популяризировать Федерацию боевых искусств, чтобы люди больше знали, что у нас есть в городе, какие мероприятия проводятся. Я думаю, намного интереснее собраться, когда мы приходим на показательное выступление, когда выступают детки не только там перед своей организацией, когда есть еще там вторые, третьи, четвертые, побольше зрителей. И я думаю, намного получается все интереснее и замечательный. Поэтому 30 дней карате мы очень как бы приветствуем, потому что, во-первых, идет ценности семьи. Изначально как бы для меня очень важно на первом месте семья, на втором месте работа или учеба, и на третьем месте спорт. И все это должно объединяться в одно единое. И когда мы приходим, мы понимаем, что родители с детками не где-то там, да, посидеть, отдохнуть, а потренироваться вместе, показать пример своему ребенку, да, вот смотри, я тоже пробую, и ребенок тянется, то есть вот, вот это круто, вот это классно, и очень круто, что мы проводим время, когда мы садимся за стол, и мы обсуждаем, давайте вот это вот попробуем еще, то есть мы закладываем фундамент и привлекаем своих деток, свои семьи за здоровый образ жизни, в спортивную, скажем так, жизнь, среду, и с позитивными помыслами и, в общем-то, и энергией. Найкращий шлях популяризації національно-патріотичного виховання і розвитку його безпосередньо, розвитку фізичної культури безпосередньо пов'язаний з спортом. Спорт дійсно загартовує дух і характер людини, тож хочу порадити всім батькам терміново направляти дітей на те, щоб вони займалися спортом. До речі, по висновкам спортивних експертів, діти, які займаються спортом, вони мають виключно вищий IQ.
Що ж, ми дякуємо, що ви завітали до нас в студії. Бажаємо, аби дійсно бойове мистецтво у Черкасах воно розвивалося і такі цікаві проекти продовжувалися, тільки збільшувалися. Дякую вам, що популяризуєте спорт. Це насправді важливо, тому що Черкаси справді спортивне місто. Всі про це знають, багато переможців. Тому об'єднуватися і популяризувати це далі – це необхідна річ. Дякую величезно. Спасибо. Наша колега також зацікавилася бойовими видами мистецтв і на своєму наступному сюжеті вона розповість про один із них.